Всем привет, с вами Акура Мун, и сегодня я расскажу о том, как я вырезанного персонажа переставляю на другой фон. У одной из наших подписчиц возник вопрос, как это делается, и возникли проблемы, фон не вставляется сзади. Итак, для начала я покажу, как я вырезаю персонажа полностью, а далее уже покажу, как я переставляю на другой фон. Итак, вырезку я вам уже показывала, необходимо создать новый слой, далее создать векторный слой и выбрать кисть Curve, или как-то так он называется, вырезать самого персонажа. Я схематично вырежу персонажа, чтобы это все было побыстрее. Вырезаем своего персонажа, обводим его. Вы делаете это, конечно, все аккуратнее. В одном из видео я уже показывала, как это делается. Обвели персонажа. Далее объединили слои, залили, волшебная палочка. Итак, у нас с вами есть выбранный вырезанный персонаж. Его необходимо вырезать, далее создать новый слой, выбранное, редактировать, вставить. Мы с вами вставили персонажа. Для тех, кто делает не вырезать, а копировать, я покажу все заново. Делает копировать. Вы также создаете новый слой, вставляете. И, возможно, проблема у вас была именно в том, что не убирается именно выделение. Для этого вы берете выбранное, отменить выбор. У вас легко, просто убирается выделение. Далее вы, у меня уже подготовлен фон, выбираете фон, также его копируете, вставляете под слоем, где у вас уже вырезано. И трансформировать, и полностью перекрываете сзади. Тем самым вы перекрываете фон, который у вас был ранее. Нажимаете ОК. В принципе, все. Всем спасибо за внимание.